Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Samsung Galaxy F22. И в этом видеоролике мы вам покажем, как включить или выключить автоисправление текста на этом телефоне. Для того, чтобы это сделать, нам нужно открыть клавиатуру данного устройства в любом, вообще неважно каком, удобном для нас приложении. К примеру, я это сделаю в Chrome. После чего мы стираем весь текст, во-первых. Если здесь будет какой-то текст, вы не увидите вот такой вот панельки, поэтому мы стираем ее или нажимаем тут на стрелочку. После чего нажимаем на шестеренку, чтобы попасть в настройки клавиатуры. Если у вас тут нет шестеренки, вы нажимаете на три точки и там находите настройки клавиатуры Samsung, где у нас есть пункт автозамена, это и есть наше автоисправление текста. Мы можем тут его включить или выключить для каждого из языков. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!